Два микрофона у меня уже есть, может передать Валерии Старченкову. Спасибо большое. Ну что, зажигательные девушки, это только начало. Так, когда вы к нам сюда приходили, я вам давала такие маленькие номерки, если помните, и просила, пожалуйста, сохраните, запомните номер. Было? Да, было. Так вот, сейчас мы проведем небольшую лотерейку. Найдем независимого человека. Это может быть. Виктория Ваганова. Виктория Ваганова, футболист команды МК. Вик, вот здесь листочки с номерками. Вот ты своей золотой красивой ручкой достань нам, пожалуйста, номерок. Осчастлив кого-нибудь. Давай, что-то не томи. Номер 18. У кого 18-й номер? О, отлично. В преддверии 23 февраля нужно будет много писать, много планов на будущее, поэтому основной стиль дарит тебе ручку. Так, давай дальше. Нет, нельзя, все должно быть честно. Кружит голову Айда Упадов в преддверии номерка. Итак, номер два. У кого номер два? Второй номер. Вот, отлично. Вы знаете, вы счастливый человек, хочу вам сказать. Вы только что в эту секунду стали очень богатым человеком. Поздравляю с наступающим 23 февраля. Викуля, давай дальше. Ай, я тут! Голова уже совсем закружилась, знаешь. Номер 8. У кого из присутствующих гостей номер 8? Восьмой номер есть у нас? Где восьмой номер? Нет восьмого номера? А, Валера, наш замечательный друг. Валер, ну тебе нужно будет много писать, те, кто хочет у тебя пофотографироваться. С 23-м наступающим. Итак, Викуля, мы продолжаем. Номер 20. Лот номер 20. У кого 20-й номер? Вот, идите к нам. Для вас у нас супер подарок, я вам хочу сказать. Первая девушка, которая угадала с лотерейкой. Поэтому вам дарим нашу кепку с нашим логотипом. Носите с удовольствием, приходите к нам на матч болеть. Викуля, давай еще. Что-то тебе сегодня на два везет. Они слепились. Влюбились. Я вам перевожу то, что мне вещает Вика. Номер 17. У кого номер 17? 17 номер. Мне кажется, кто-то все-таки потерял свои листочки. Ксения Сафран. Ксения, иди сюда, красавица. О, отлично. Ему вымпел с нашим логотипом. Вика, давай еще. Еще два подарка у нас. Номер 13, мое любимое число. И наш нападающий под номером 13 играет. У кого номер 13? О, давай, иди к нам за подарком. Разнообразие подарка закончилось, поэтому тебе тоже вручаем вымпел с нашим логотипом. С наступающим 23 февраля. Викуля, давай. Еще один шанс вытянуть самый счастливый билет. Какой? Тройка. У кого номер три? Зоя. Так, все, женский мусор Лига практически выиграла подарок. И гости к нам пришли, девочки. Зоя, вот чтобы когда я к тебе приходила, я всегда видела вот эту красоту. И не важно, что ты капитан синергии. Ура! Все, Викуля. Твоя миссия.
Твоя миссия закончена. Спасибо тебе большое. Это был наш независимый эксперт Ваганова Виктория, футболистка команды «Московский комсомолец». Валерия Старченкова, ты мне очень нужна. Очень нужна. Мне кажется, люди заскучали, и им нужно танцевать. Необходимо. Вот твой микрофон. Виолетта, мне кажется, она хотела, да, его забрать, но решила все-таки оставить. Я думаю, что все соскучились по прекрасным...